Свое первое золото получили магаданские выпускники. 59 юношей и девушек окончили школы с золотыми медалями. Церемонию награждения провели в Центре культуры. 14 медалистов также получили благодарности за особые успехи в учебе. Я участвовал во многих олимпиадах, спортивных соревнованиях. Ну, в принципе, все, и стремился за знаниями. Получал достойные отметки, и вот результат. Это долгая и мучительная работа, поскольку надо завоевывать оценки не только по тем предметам, которые тебе нравятся, но и по тем, которые тебе не очень нравятся, которые тебе тяжело даются. То есть надо прилагать больше усилий для того, чтобы получить оценки на золотую медаль. Большинство медалистов – выпускники английской гимназии. 28 человек. Учебную награду высшей пробы также получили учащиеся лицея номер 1 имени Крупской, 4, 7, 15, 18 и 29 школ, 13, 24 и 30 гимназии и эколого-биологического лицея.